Ничего абсолютно не видно. Там кромешная тьма. На часах 2 часа ночи 28 минут. А мы из дикой... Я не знаю, как это сказать. Это не лесная тропа. Дикая природа. Попали в дикую природу. Да. Нет, господин Богдан подсказывает, как правильно сформулировать. Дикая природа. Попали в дикую природу с дорожкой. С асфальтом. Да, вот. Мы очень сильно старались. Но было круто. Было круто. И мы сейчас поднимаемся только на площадку. Скоро будет площадка, где останавливается автобус. Как нормальные люди на Фудзиёма поднимаются, да, с утра приезжают на автобусе на ту самую верхнюю площадку, а мы прям с самого подножия, мы легких путей не ищем, мы с самого подножия горы начали наш подъем. Звездное небо, но не видно, конечно, на камеру. Что? Туда? Опять? Come on. То есть мы должны опять фигачить. Yeah, but we can use this one. This more long? I mean, yeah, this longer. Longer, but the shortcut. But more easier, yes? Yeah, let's check by Google Maps, maybe. Мы решаем, как пойти. Like in video games. Yeah. Some quest away. Мы решаем, как пойти, потому что здесь есть опять этот пролесная дорога, вот эта вот нереальная вообще, очень сложный подъем, действительно, ребят. И есть обычная дорога, по которой ходят, ее сегодня не видно, она вот здесь. 6,3 километра до... высоты, да, о господи, до самой высокой точки, for the top. But remember, guys, that in the start of our way, it was, what kilometers it was? Maybe 15. Yeah, so, it's just half away. Yeah, I guess so, yeah. В общем, ладно, ребят, мы будем решать, что нам делать дальше.